В Одесской обладминистрации завершился конкурс на должность начальника облздрава. Победителем стал советник губернатора Вячеслав Полясный, который был главой департамента в период с 2013 по 2015 годы. Сейчас он проходит спецпроверку, она закончится примерно через 10 дней. Среди приоритетов новой должности Полясный называют улучшение экстренной медицинской помощи. Устанавливаем GPS-трекеры на автомобиле, что должно, в общем-то, обеспечить нам более качественное сопровождение, мониторинг за работой всех наших бригад. А это 175-177 бригад каждый день находятся по области в этой службе. Вот. И, естественно, если у нас будет хороший мониторинг, мы будем более быстро передавать им информацию о вызовах.